Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим о менторах, не путать с медиумами. Менторы – это замечательные игроки, доблестные, которые готовы абсолютно всегда ответить на любой вопрос, который ставит им новичок в особом чатике. Да, имеется особый чатик, в котором новички могут пообщаться с менторами, и менторы, само собой, постараются ответить на поставленный вопрос. Но стоит помнить о том, что менторы являются игроками, игроки не всесильны, и все же финальный ответ на какой-либо вопрос о, например, возврате средств будет делать служба поддержки. Так что не стоит абсолютно все спихивать на менторов. В целом, роль ментора изначально, как я говорил еще давно, при первом ее только введении в игру, довольно-таки легка для меня. На стримах меня частенько мучают разными вопросами, поэтому тут отвечать на вопросы в целом тоже легко. Вопросы там очень и очень простые. На стримах все-таки они, скажем так, потяжелее. Играя на Альянсе, например, мы идем в Штормград, мы прилетаем в посольство союзников Альянса и говорим с Целестой Перевинкл. Она является вербовщицей менторов. Ну, так вот, чтобы стать ментором в обновлении 9.1.5, компания Blizzard снизила требуемые критерии. Теперь нужно сделать только два пункта для того, чтобы стать ментором. А именно, нам нужно получить 60 уровень, и нам нужно получить достижение 3000 заданий. Да, менторов станет больше, это круто, это классно, возможно. Но качество этих менторов будет не так высоко, как ранее. Хотя, быть может, я ошибаюсь, но все же есть игроки, которые сделали, например, 3000 заданий, и они знают об игре много. Есть игроки, которые сделали 3000 заданий, они не знают об игре ничего. Вот, то есть, такая, знаете, палка на двух концах, да, две стороны одной монеты. Вроде бы как бы круто, но не совсем. Вроде классно, но вроде и не очень. Не знаю, быть может, у вас есть какие-то другие мысли, дайте знать об этом в комментариях. А я почитаю, подискутирую на эту тему. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!